У нас лента потекла. Как хорошо, что мы не успели выйти в этот тамбур, иначе нас бы залило. Да, сына? А? Хорошо, что мы не успели туда выйти. Да. Капец какой-то. Это был сарказм. Дождик идет. Просто поток не прекращается. И выход аварийный тоже не открывают. И мы стоим, весь народ заблокирован в ленте. И не можем выйти. Вышибись.